Попал, не попал, Дима. Хорошо, все нормально. Попал. Только хотел тебе сказать во втором раунде, чтобы ты бит поработал с ним. Тебя засчитали сразу же. Дима, поработай сзади ноги, с левой, то есть под ногу. И твиты подрабатывай, хорошо? Ну и на правой, на юбчаге нормально держи просто, и все. Поработай, Димон. Он сам на тебя же идет. Рефери. Три балла у красного было уже после команды. После команды за зону. Там еще Нейр не попал в голову. Разве не попал? Он жилет попал на синий, ему камжон дали. Все, тогда моя ошибка. Да, уже? 20-й.
А 21-й был уже, сейчас 20-й, 22-й. Хорошо, спасибо. Колян, следующий будет здесь 22-й бой. Слышишь меня? Вперед! Уйди в сторону, Дима, в сторону уйди! Давай работай! Хорошо! Спокойно, ты все равно поработать не можешь. Вас зовут там? Вас зовут. А, все, два раунда, что ли? Что? А должно быть уже три раунда. Считать не умеют. 29-14, это уже досрочная победа получается. Они считают, что 25 баллов разрыв. Ну это сейчас Мисудя так сказал. Месяца толкнул бит, понятно? А то он тебе бьет с правой ноги, а ты можешь с правой ноги лепишь. Mm-hmm.
29 было. А, 29. Что думаешь, Дима, ты еще 5 баллов заработаешь, пойдешь отдыхать. Еще 3 балла, Дима!